Привет, друзья! Сегодня я вам покажу и расскажу, что такое настоящая гиперэкстензия. Все, что мы называем гиперэкстензией, на самом деле просто экстензии. И станки для тех и других упражнений совершенно разные. А везде вы встречаете информацию о том, что при проблемах со спиной, при межпозвоночных грыжах и протрузиях нужно делать гиперэкстензию. И это правильно. Но станок у нас для гиперэкстензии совершенно другой. Давайте посмотрим и разберемся в этом вопросе более подробно. Вот перед вами на экранах станок для экстензии спины. Наклонный станок. Он хорошо прорабатывает мышцы при правильном положении тела. Можно переносить нагрузку на ягодицы и бицепсы бедер, а можно на поясницу. Также есть несколько вариантов выполнения данного упражнения. И вы все их могли видеть раньше в моих видеороликах. Вот еще один станок наклонный. То же самое, те же самые упражнения, те же самые мышцы. Начинать нужно именно вот с таких станочков, когда у вас проблемы, протрузии или межпозвоночные грыжи. Врачи говорят, что нельзя этого делать, но я пока не начал, у меня боли не начали уходить. Вот сейчас вы видите станок горизонтальный. Он более эффективный, потому что держит нагрузку в работающих мышцах постоянно, в отличие от наклонного. Можно работать на нем. Как работать, когда есть боли? Нужно найти ту часть амплитуды, при которой вы сможете работать с минимальной болью. За границей боли выходить нельзя. Но пока вы не начнете разрабатывать себя, ваши боли вас не покинут. Смотрите отдельно видео о том, как я преодолел свои проблемы с межпозвоночными протрузиями и грыжами. И сейчас спокойно приседаю и делаю становые тяги. Естественно, самое главное, о чем я хочу сказать, мы с вами, у кого уже есть проблемы со спиной, грыжи или протрузии, приседать с огромными весами не сможем. Но я дошел до приседания уже в 180 кг на 5 повторений. Становую делаю тоже 160 на 5-6 повторений. Конечно, с запасом, но я не рискую и не иду на более тяжелые веса. А начинать нужно, конечно же, с пустого грифа, либо вообще приседать без ничего. Если вы получили травму, а уже тренируетесь не один год, и вы всегда делали приседания и становые тяги, прекращать это нельзя. Мало специалистов, которые найдутся вам и будут об этом говорить, но я скажу, если вы тренировались, приседали, делали становые тяги, продолжайте это делать. Естественно, с пустым грифом, либо с палкой от швабры. Но продолжайте. Приседание очень хорошее упражнение, и травму мы с вами получаем не из-за приседа или из-за становой тяги, а из-за своей глупости. Поэтому никогда не прекращайте это упражнение, даже когда у вас боли, естественно, повторюсь, не с весами. А вот это упражнение как раз-таки помогло мне чрезвычайно быстро восстановиться. После того, как 3 года врачи издевались надо мной своим лечением, мне становилось только хуже. Я стал делать тяжелые гиперэкстензии, и боли начали уходить. Естественно, я делал специальную гимнастику из йоги, которую подобрал и разработал сам для себя. Все это вы уже знаете и видели из моих других видеоуроков. Это я не сам придумал, я разговаривал со многими людьми, выступающими людьми в тяжелой атлетике, в пауэрлифтинге, в силовом экстриме, которые получали серьезные травмы. Один из моих знакомых, которого я знал лично, он получил серьезнейшую травму и сел в инвалидное кресло. Но с помощью тренировок именно экстензии и гиперэкстензии он вернулся в соревновательный спорт. До сих пор поднимает веса, огромнейшие веса. А вот сейчас вы видите на своих экранах настоящий станок для гиперэкстензий. Все, что мы видели до этого, это были экстензии спины. Этот станок чрезвычайно эффективен. Он поможет вам избегать получения травм и поможет вам, если вы уже получили травму, если у вас есть межпозвоночная грыжа или протрузия.
Многие, как и эти девчонки, кстати, девочки выступают в боях без правил, тренируются в нашем зале, имея прекрасные фигуры. Тоже думали, что этот станок для ягодичных мышц. Действительно, можно переносить нагрузку на ягодицы, и девочки могут почувствовать очень хорошо свои ягодичные мышцы в этом упражнении. Но нам с вами в первую очередь это интересно с точки зрения профилактики и с точки зрения предотвращения травм. Этому меня научили ребята из сборной по пауэрлифтингу. Все правильно. Они тренировались одно время в моем зале вместе с главным тренером и президентом федерации. И конкретно от них я получил эту информацию и стал применять. У них был самодельный станок, очень примитивный, но они постоянно на нем работали. Особенно те, у кого уже были какие-то проблемы со спиной. Когда я стал делать это упражнение, очень тяжело было работать с одним блинчиком. Сейчас, вы видите, я могу поднимать практически 180-200 килограмм в этом упражнении. В гиперэкстензии и экстензии я делю на 3 тренировки. Мы не говорим сейчас о техниках. Вот, к примеру, возьмем конкретно этот станок. На одной тренировке я делаю большие веса и 5-6 повторений. На другой тренировке я делаю малые веса, это где-то, если в тяжелых весах, тренировках я применяю 180-200 килограмм, то значит здесь я в средней применяю где-то 60-80 килограмм и делаю 15 раз, 12. Когда я делаю малые веса, я делаю большое количество повторений, от 20 и выше. Веса использую, естественно, килограмм 20-15, не столь важно. Важно именно накачать как можно больше крови к позвоночнику, потому что кровь пригонит с собой питательные вещества. После таких тренировок ваша спина скажет вам спасибо, боли вас будут покидать, вас будет отпускать, вы будете себя прекрасно чувствовать. После таких тренировок можно смело идти приседать. Вы можете это делать перед тренировкой, можете выделить отдельный день, прокачивать данное упражнение, плюс делать упражнения для мышц пресса, делать упражнения для ротаторов плеча. Также можно качать голень в этот день. Но помните о технике безопасности, помните о постепенности набавления нагрузок. Следи за техникой, и будешь всегда здоров и силен. Это основа, залог, база долгих, грамотных тренировок. Это канал Heavy Metal Gym специально для вас. Если вам что-то непонятно или у вас возникают какие-либо вопросы, пишите их в комментариях, я на все отвечаю. А с вами, ребята, мы увидимся в тренажерном зале. Всем пока!